В актовом зале Одесского горсовета будущих первоклассников Приморского района поздравили с предстоящим Днем знаний. Детям из социально незащищенных семей вручили ортопедические ранцы с полным набором учебных принадлежностей. Поздравление сопровождалось праздничным концертом. Ребята танцевали, пели и водили хоровод прямо в сессионном зале горсовета. Так это милые. Круто. Вот что у меня здесь есть. Спасибо за рюкзаки. За то, что нам подарили наши. Мы получили, что хотели, потому что мы... Она хотела вот этих лебедей, а я получила... Полностью был сформирован комплект для первоклассника на весь учебный год. Для того, чтобы первоклассника себя чувствовала полностью уверенно. Это пенал, все принадлежности для письма, для рисования. Ну и, конечно же, все то, что сегодня нужно школьнику. Резинки, фломастеры, карандаши. Ну, все принадлежности, скажем так, для первоклассника в нашем любимом городе. Помимо Приморского, мероприятие также охватит и другие районы города. Всего в Одессе подарки получат более 1200 первоклассников. Уважаемые ребята, ну, во-первых, я как папа и как дедушка искренне поздравляю вас с очень важным этапом вашей жизни. Хочу какие-то слова подобрать, такие более детские. Я буду говорить перемешку с... обращаясь и к взрослым, и к детям, и к вам, ребят. Очень прекрасная пора, школьная пора. И сегодня можно считать, вот это уже начало, такая репетиция. Мне хотелось бы, чтобы у вас в школе было так весело. Весело, непринужденно, красиво. Вы ходили в школу, с желанием ходили в школу. Получали знания. И все это было без каких-либо таких очень серьезных усилий.